шел в магазин за отделочными материалами, а попал в импровизированный зоопарк. Житель Красноярска выложил в сеть фото летучей мыши, которая в буквальном смысле пролетала мимо кассы. Все произошло в крупном строительном гипермаркете столицы края. Очевидец рассказывает, ему удалось не только сфотографировать мышь, но и подержать ее в руках. При этом сотрудники магазина пытались ее поймать. Как минимум, посетитель заметил двух представителей этого вида рукокрылых. Однако, несмотря на этот факт и фотографии, сделанные в магазине, специалист по продажам гипермаркета отрицает, что у них водятся летучие мыши. Стоял на кассе, покупал товар. Смотрю, летит мышка. Посмотрел, куда она полетела, пошел за ней. Сделал несколько фотографий, подержал в руках. Потом она запищала, задергалась и улетела. Ну, я слышал свой разговор сотрудников. Наверное, привезли с цветами. Там какие-то тропические цветы новые у них. И вот у меня около этих цветочков эти мышки вьются.